И всем привет, ребят, с вами я, как обычно, Тиарбес, и сегодня мы будем, короче, играть в атаку Германию, и у нас будет немецкая мечта. Да, вы увидите все в этом ролике. 50, скорость игры 50, агрессивность АИ 100, сложность средняя. Конденсация границы, вот это все врубаем и начинаем играть. Так. Распределяем все же как надо. Короче, мы распределили налог. Теперь нам нужно технологические очки. Настроим технологические очки. Нам главное это содержание армии. Потому что мы будем много воевать. Германия. Существование Кёльн 17 января 1968 года. Существование двух Германий. Несомненно является временной проблемой для немцев. Остается лишь вопрос, под чьим флагом будет объединение Германии. Под флагом 4-го рейха. Поняли? Опа! Кажется, под нашим. А у них что? У них ничего. Скоро мы будем такие. Только с другим флагом. Уже с 4-м рейхом. Ну да, я купец свой не будем сформировать. Так, начинаем настраивать всякую экономику тут качать. То-то. И вот Польша мне кинула оскорбление. Вот это наша цель. Захватить Польшу, Австрию. Ну, захватить Бенилюкс. Вот эти все страны. Да, это будет нелегко. Если получится, захватим еще и Францию. Ну ладно. Ну тут бывает то, что распадается этот альянс. Типа, так что все. Начинаем, короче. Мы тут копим денежки. В Западном Берлине мы начинаем с вами. Опа! А, Канада заухудшала отношения с США. И США ее выгнала из НАТО. Трэш. Хорошо. Я призвал очень много армий, а мне даже не возвращаются деньги. Получается, я больше не буду в жизни призывать просто так. Пока что мы ничего не делаем, ничего не делаем. Хотя можно Люксембургчик захватить. Только. Чтобы не воевать с НАТО, мы сделаем вот так. Но сразу же вылетит много человек. Так что вот так сделаем быстро. В смысле выход из НАТО? Дебил, мы не американская марионетка. Поняли? Мне американская марионетка. Так что все. Все. Ну идет этот дебил отсюда. Мы тебя ненавидим. Сдохни. На тебя оскорбление. Сдохни. Сейчас тебя поделаю. Сейчас сдохни. Сейчас тебе кое-что сделаю. Сейчас тебе придет конец. Держи подарок. Россия, давай тоже. Ой, союз советских тупых республик. Теперь мы за союз советских социалистических республик. Мы теперь за коммунизм.
Но мы все равно сильно его лепить не будем. Все, капец этому США. Пусть вздыхает. Сейчас США будет капец. Короче, в США война. Мы сформируем войска, чтобы мы могли нормально денежки подкапливать. Да, экономику, конечно, не хочется качать. Так, давай теперь будем супер жирно завоевывать. Опа, пакт невыпадения с Францией окончился. Ничего страшного, тяп-тяп-тяп-тяп. Давай хотя бы 1000 надо. Вот так, идеально. Так, ага, ты в НАТО. Хорошо. Вот так сделаем. Чтоб ты вышел из НАТО. И все, вот так вот у нас происходит. Мы тебя завоевываем. Поняла? Так, вот сюда, ага, и сюда. Ты что, думаешь, завоюешь нас? Так нечестно. Вообще-то. Что ты своей мини-армией сделаешь? Хоть я и в ООН состою. Мне не нужен твой ООН. Все. Война, поняла? Все, ты проиграла эту войну, все. Мы тебя полностью захватываем, да? Да. Все. Так, вся армия в Кёльн. Мы на 9-м месте. Нормально, ну, Германия. Теперь на 10-м. Самая крутая Германия в мире. Эйпен. Опять болезнь. Еще за болезнь. Ой, это наша болезнь, простите. Что-то с советскими союзами. Ничего. Опа, Испания. Не понял. А, понятно. А в смысле? А, он отдельно подписал мир. Так, когда я дойду? А, ну вот я. Ой, я, может быть, скоро, но даже дойду. Дойду, может быть. Да, у нас проблема с деньгами. А что если, подождите-ка, мы сделаем вот так вот. Моя любимая, типа, мое любимое правительство вот здесь, это... Блин, у меня денег нет. Вот, анархическая федерация, моя любимая. Сейчас накопим деньги. Сколько? 15 тысяч. Все готово. Делаем... А, технологии... Я ж по максимуму. Давай, качайся. Давай, мне главное, чтобы денег хватило. Да мне хватит 100%. Хоть я и в минус, наверное, уйду. Хотя я нет, я не ушел в минус. Так, теперь мы делаем анархическую федерацию. Сейчас пропускаем ход. И анархическая... А, у меня ж денег нету. Сейчас будут... Так, все, теперь у нас есть деньги, и мы можем стать анархической федерацией. Ну-ка, у нас экономика падает. Опа, у нас экономика падает. Понятно. Франция. О, Франция тоже вышла. Интересно, а что осталось от НАТО? Кринж. Что тут с Индонезией? А с Индонезией это жива. Никто ничего не сделал. Получается. Так, есть Папуа Новая Гвинея. И Союз Советских. О, мы любим Союз Советских. И вот этого любим. Нифига себе. Но мне ничего не помешает. Хотя, счастливо объявить в этом НАТО. Все равно, почти с одной не граничит. Стоит, помогу, поиск в союзе.
Мы будем друзья. Меня Румыния любит, коммунистическая. Хотя насчет СССР пока что не распадается. Просто призвали меня армию, и сейчас будем нападать. 1000. Ой, как много, конечно. Что тут с штатами? Что тут с штатами? Я сейчас выгоню из штатов, из этого, из советского, ой, из... Ты чё, совсем? Отказ, я с тобой вообще-то воевать собираюсь. Объявить. Всё, мне тут не надо. Всё, война. Тебе тоже война, давай. Погнали. Жёсткое наступление началось. Мы начали жестко наступать на Данию. А нет, на Данию не хватило, чтобы я наступил. Сейчас мы чисто Нидерландов легко оккупируем по-быстренькому. А теперь меня любят. Ой, меня Советский Союз так любит. Пипец просто. Он меня может быть даже пригласит в альянс. Но это не точно. Нам нужна сила цивилизации, союзников, правительства. А что если сделать? А, у меня же денег нет. Так, что еще можно сделать? Состояние войны, скорее всего. Желает вашей провинции. Чего? А, пом. Что желает Советский Союз? Чего? Что желает США? Чего? Что за херня? Ладно, что желает Британия? Что желает Британия? Свой остров. Гринч. Что желают Нидерланды, которые сдохли? А, они считают... Вот эти провинции свои, хотя я их уже захватила. Но не хотят провинции. Короче, погнали. Короче, идем играть. Так, играть. Так. Ой, Дания! Забыла. Ты чё, Дания? Ты чё так агрессируешь? Я думал, ты такой не будешь. Дебилка, ты чего хотела? Сейчас тут Германия. Демократическая, тебе сейчас пиздец. Вам как бы стыд. Ну, короче, в следующей серии продолжим. Всем пока.